без идиотизма, ладно? Если человек выстроил с Европой железный занавес, кстати... Ну какой же он железный? Стоп, стоп, я сейчас торгуют, объясню. Нефть покупают, ну, газ нефть покупают. Ну нефть, естественно, да. минуточку. Многие против санкций у там нас было, да, многие, только главное, что нам нужно от Европы, это дешевые кредитные ресурсы, которые закрыты, и технологии, которые в основном закрыты, в том числе, кстати, и технологии для нефтегазовой промышленности. В первую очередь, добыча на шельфе, это глубоководная добыча. Я уже про сланцевую там нефть и газ молчу. Это близко, конечно, они никаких вы технологий не могут. Вы скажете, как физик, что так, вы верите в термоядерные новые... Я, естественно, верю в это во все, но просто это сейчас не имеет отношения к делу. Так вот, смотрите, очевидно совершенно, что он сам себе закрыл дорогу к технологиям и к дешевым деньгам. И ему деваться некуда, поскольку Россия — это петрократия, это власть нефти, ему деваться некуда, как идти на поклон китайцам. А китайцы...